Так, у нас покупочки новенькие. Курточку Виталина хотела, она еще тут затягивается. Купили в магазине, это Кроп, магазин Кроп. Такая куртка стоила 500 с чем-то гривен. Сейчас покажу. Нравится? Пойди вот тут в зеркало посмотри. Фух, устала, капец. Были в трех торговых центрах. Раз, два, три. И скупились все в одном. Нравится? Да. Такая, как ты хотела. XS-ка нормально? Да. Эску не надо будет? Нет, задом надо. Стань. Воротник здесь очень классный. Мне муж тоже такую взял, но я еще дома померяю, потому что я с джинсами мерила. Коротковато, не очень красиво. Я хочу под велюровый спортивный костюм померить, под разные эти, посмотреть, как будет смотреться. Так, дальше. Карманы классные, то, что на застежках. Да. Покажи цены. Сколько она стоила? Это папа тебе купил. 159 гривен. Скидки очень классные сейчас. И как раз сейчас носить тебе, когда не сильно холодно. Будешь, правильно? Да. Ты же хотела? Конечно. Так, дальше. Дальше мы купили в Кропе ботинки. Ой-ой-ой, вна. Ну, Виталинка еще не знает, будет ли она их носить. Давай, показывай. Не нравится? Я думала, будет хуже. Не, они очень классные. Я увидела, мне понравилось. Такие ботиночки, сбоку молния идет, но это, наверное, для красоты. Молния. Тоже 559 да, гривен. Тут есть такой, нету утеплителя, можно сказать. Ну, типа весна, но можно на зиму. Если они будут на тебя великоваты... Похоже на мои туфли. Да. Если они будут великоваты, то можно под носок носить. Просто под... Я тебе могу длинные носки купить вот такие, знаешь, шерстяные сейчас модно. Да. А ну, умери. Сейчас я скажу. Покажи другие покупки, я видео закончу. Вот, возьми курточку. А, нет, эту куртку мы купили, да, в другом магазине. В Сенсее 419 гривен такая курточка это стоила. Нет, это мне. Вот так на себя приложи ее. Сложи. Ну ладно, одевай. Одевай на себя. Она большая будет. Я взяла себе, кстати, размер. Размер. XS. Потому что это идет оверсайз. Там идут карманы. Помнишь, я ее мерила, эту куртку? Да. Там вот такие идут карманы, но я их прячу туда вовнутрь. Мне так больше нравится. И вот такая курточка. Мне очень красиво. Ну, мне красивая, Вероника и папа сказал, что очень хорошая. Она легенькая. Мне и цвет нравится, что не светлая, не черная, и не белая. Короче, нормально. Дальше. На стула вешай. Так, дальше. А, это Вероника себе костюм взяла. И очки. Ну, покажи. Угу. Очки вот такие в H&M взяла Вероника себе. Очки 89 гривен стоили. И, ну, это положим сейчас обратно. Ложи назад. И костюм показывай давай. Короче, мы ей вчера взяли такой черный костюм. Он оказался короткий на нее. И она увидела серый. Серый даже лучше. На него не цепляется ничего на серый. На черный сильно все видно. Каждая волосинка, каждая ниточка. Просто тут такая ткань, она, ну, цепляющаяся. А этот очень классный. Штаны такие широкие. Костюм 350 гривен в H&M. Вот. Это рост 1,70 м, да. Вот, ну хорошо, Вероничка мерила, очень красиво. Так, в магазине Кроп муж мне взял еще куртку такую же. Одну куртку он мне... А где вторая моя? Та, что это? Такая, как твоя. Там. А, еще кулек есть? Да. А. Приложи просто вот так на себя. Короче, у меня была такая куртка уже давным-давно, много лет назад. Она у меня сносилась. Там мне собака прыгнула, порвала. Короче, уже она там... Не очень вид имеет. Такая коротенькая курточка, она более легкая, то есть на весну. Но если будет тепло, могу ее сейчас носить, в принципе. Капюшон у нее очень такой глубокий, ну, великоватый капюшон, если честно, ну, нормальная. Вот, эта куртка 350 гривен стоила. Ну, вот, точно такая же у меня куртка. Но я ее буду мерить еще, смотреть. Сюда ложи к этой куртке. Я знаю, что там еще. Муж взял себе брюки в магазине Хаус. Вот такие джинсы. Вот. И еще одни. Сюда ложи и показываю вторые. Еще одни.
такие на резинке, типа катон тоже. Вот, на манжетике они идут. Очень хорошо. Мне эти очень понравились. Эти стоили вообще очень дешево. 400 гривен. Вот. А те стоили 500 с чем-то. Папин пуховик. В магазине... Я не помню, как он называется. Да, спорт. Как-то он называется, этот магазин. Нет, ну это Адвентура, Аутвентура фирма. Пуховик на пуху. Ну такой вот он очень хорошую скидку имеет. 1700 гривен. Вот, муж хотел себе пуховик. Ну, правда, черный. Но так получилось, что не было. Видите, стоил 6. Взяли за 1700. 50 размер взяли. Вот. Все, минус 25 выдерживает температуру. Все, такие покупочки. Сейчас ботинки сейчас померяй. Давай. И еще муж купил Виталинке. Там надо было гривну еще добавить на куртку, типа что-то купить за гривну, чтобы скидка нам пошла. И муж решил за 300 гривен купить бинты, потому что Виталине нужны бинты. Да? Это да. Длинные, 4 с чем-то метра, 4,5. Потому что все по 2,5 метра идут. Довольно? Да. Девочка, боксер. Мы боксом так и занимаемся. Я как-нибудь зайду и поснимаю, как она занимается. Ну, давай ботинки. Все. Ты же носишь 36-й. Маловатый, говорит. Палец давит? Ну, не давит, но уже впритык. Значит, надо тогда... А те могут быть большие на тебя. Ты походи сначала. Если что, мы тогда в Дрим пойдем, в Хаус сходим, посмотрим. Mm-hmm. Ну, смотрятся очень красиво на ноге. Смотрите, как классно. Ну, под эти штаны нет, а вот так вот офигенно. Под джинсы будут. Красивые. Походи, посмотри.